Михайлович Достоевский, честный вор, из записок неизвестным. Однажды утром, когда я уже совсем собрался идти, в должность вошла ко мне Аграфена, моя кухарка, прачка и домоводка, и, к удивлению моему, вступила со мной в разговор. До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что кроме ежедневных двух слов о том, что приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере, я более ничего не слыхал от нее. «Вот я, сударь, к вам», — начала она вдруг, — «вы бы отдали в наем каморку». «Какую каморку?» «Да вот что подле кухни, известно какую». «Зачем?» «Зачем?» «Затем, что пускают же люди жильцов». «Известно зачем». «Да кто ее наймет?» «Кто наймет?» «Жилец наймет». «Известно кто». «Да там, мать моя, и кровати поставить нельзя, тесно будет». «Кому ж там жить?» «Зачем там жить?» «Только бы спать где было, а он на окне будет жить». «На каком окне?» «Известно на каком». «Будто не знаете». «На том, что в передней. Он там и будет сидеть, шить или что-нибудь делать. Пожалуй, и на стуле сядет. У него есть стул, да и стол есть. Все есть». «Кто ж он такой?» «Да хороший, бывалый человек. Я ему буду кушанье готовить. И за квартиру, за стол буду всего 3 рубля серебром в месяц брать». А продолжение вы узнаете, прочитав данное произведение Федора Михайловича Достоевского.